Всем привет! Я к вам со свежими новостями и еще одной новинкой от Qubot. Это Qubot King Kong 9, защищенный смартфон, который можно назвать в своем роде уникальным. Причем это касается и дизайна, над ним изрядно поработали. Доработанный дизайн, улучшенная производительность и функционал были дополнены еще несколькими неординарными фишками, которые точно не будут лишними для покупателя. Защита смартфона от воды и ударов присутствует, нет никаких сомнений в надежности, как и раньше. Внешний вид гаджета готов похвастаться целым рядом интересных решений. Помимо текстуры корпуса и оригинального расположения фотомодулей, в глаза бросается дополнительный круглый AMOLED-дисплей на задней панели. Он выводит время и некоторые уведомления. Я такую особенность видел только у одного смартфона, который у меня был. Это Meizu Pro 7 Plus. И там задний экран был очень удобным и выделяющим устройство на фоне других. Гармонично вписывается в общую картинку и боковой сканер отпечатка пальцев, чего не сказать о громадных рамках дисплея и также габаритах моноблока. Придется смириться с ними ради влагозащиты по стандарту IP68. Смартфон достаточно хорошо подходит для мультимедийного использования, ведь у него отличное железо и дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это далеко не самый яркий IPS-дисплей в мире, однако при прямых лучах солнца все же получится разглядеть выводимый контент. Диагональ дисплея составляет 6,58 дюйма, разрешение Full HD+, и это отличный вариант для самых разнообразных мультимедийных задач. Также здесь весьма чувствительный сенсорный слой, который даже после погружения в воду отлично отрабатывает все касания. Из комплекта на стекло нанесена специальная пленка для защиты от царапины. Противоударный смартфон King Kong 9 оснащается процессором Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, который в начале 2023 года уже успел нашуметь во многих интересных защищенных смартфонов от разных брендов. Здесь достаточный уровень производительности, отличное энергопотребление, а также достаточно неплохой уровень нагрева, его здесь практически нет. Графический ускоритель Mali G57MS2, который обеспечит плавную работу и поддержку многозадачности, а также позволит забыть о сбоях и задержках при запуске ресурсоемких приложений и тяжелых игр. Оперативной памяти 12 ГБ, еще есть 12 ГБ, которые можно додать программно, и в сумме будет 24 ГБ. Этого запаса более чем хватает для плавной работы устройства. А 256 ГБ постоянной памяти не будут лишними с учетом возможностей этого камня. NFC модуль есть, а еще здесь самая новая операционная система Android 13. Ну и я думаю, кстати, что если вам 256 гигов памяти будет мало, то можно ее будет дополнить microSD карточкой до 1 терабайта. Еще одно важное отличие King Kong 9 – это мощная батарея, емкость 10600 мАч, которая обеспечит длительную автономную работу без надобности в частой подзарядке, что очень удобно, когда находишься в командировке или на отдыхе. В обычном ненагруженном режиме будет смартфон работать 2,5-3 дня, а быстрая зарядка мощностью 32 Вт позволит без промедления восполнить заряд батареи и вновь вернуться к работе. Основной модуль камеры в King Kong 9 получил разрешение 100 мегапикселей. Это довольно странный выбор, так как у всех конкурентов либо 64 мегапикселя, либо 108 мегапикселей камеры. Но главное лишь то, как это работает на практике. А на практике здесь проблем фактически нет. Четкость, детализация, стабилизация и в конце-то концов все это присутствует. Фронталка 32 мегапикселя с функцией бьютификации снимков. Также стоит отметить факт наличия камеры для съемки ночью. Технология классическая, есть инфракрасные датчики, которые подсвечивают в камере. Разрешение ее 24 мегапикселя, чего вполне хватает для обеспечения высокого качества съемки ночью. Это хороший, современный, защищенный флагман, который точно стоит вашего внимания, как альтернатива более именитым брендам. Если вам интересен King Kong 9, то вы можете принять участие в розыгрыше нескольких смартфонов. Ссылка на этот конкурс будет в описании. И на само устройство, конечно же, тоже будет в описании. Переходите по ссылке и смотрите. Премьера состоится 7 числа, то есть завтра. И скидка будет на него максимальная несколько дней. Так что не упустите шанс. Да и вообще, с 7 по 9 июня, в честь дня бренда Qubot на AliExpress, на официальном сайте Qubot будут большие скидки на все их множество товаров. Скидки будут достигать $200 на некоторые устройства. Так что переходите уже сегодня и кладите в корзину все, что вам понравится, чтобы потом не забыть.
Пишите, как вам данный телефончик, как вам это устройство. И скоро увидимся. Всем пока!